И всем привет! С вами опять я, да. Я все еще болею, к сожалению, но тем не менее... Вот, как-то играть-то хочется, если честно. Давайте продолжим прохождение сюжетки. Я не знаю даже, что у нас там нас ждет. Тем не менее, нам здесь мешает куча орков. Я не знаю, там какие-то части собаки, что ли. Пусть разбираются, кто придет к нам. Кто придет? Что-то никто к нам не идет. Не сопротивляйся, вот именно. Так, я еще хочу потом сходить, проверить. Вот это вот, что такое. Вот, это... Осталось ходов один, я не знаю. А, у них стычка, наверное, между собой. То есть я могу прийти, помешать. Но обычно, когда мешаешь... Это что за жопа с ручкой? Жесть, ребят. Реально жесть. Угбук-близнецы, понятно теперь. Вот это что-то новенькое для игрушки. В первой части такого не было. Угбук-близнецы. Кто ты у нас? Неуязвим к ядам. Его бесят гули. Кровный брат. Верный кровный брат орка по имени Зугар Зоркий Глаз. Ага. А чё ты боишься у нас? Неуязвимости нету, да? Слабость, легкая мишень. Уязвим для скрытности. Вкусный для зверей. Но ведь его бесят... А, гули бесят. Гули это мелочь. А краги, значит, его разорвут. Его ошеломляют скрытные атаки. Изнеможение. Когда его ярость спадает, это его ненадолго ошеломляет. Хорошо. Казни наносят ему больше урон. И уязвим для взрывов. Вот тоже неплохо. Кстати, я получше ознакомился. Кыш. С возможностью, которую я открыл. То есть... я думал, что это луком нужно на орков наводить, нажимать и телепортируешься, тем самым их убивать. Вот, быстрый рывок или что-то вроде того. В общем, на большое расстояние тратятся стрелы, телепортируешься к противнику и убиваешь его. Это геймпад отключен, спасибо. Это в первой части была такая фишка, тут она немножко по-другому работает. Тут она работает на костер. То есть он взрывает костер и наносит урон тем, кто рядом. Давайте, наверное, на задание пойдем. Тут, потому что уже не развлекаются во все. Начать задание. А, ничья земля. Куда-то он смотрит. Так, армия орков устраивает набеги из Кирит-Унгола. Объединитесь с Баранором и дайте бой силам Мордора. Кто такой Баранор? Это случайно не Баралгин из первого Властелина колец? Баранор. Я же даже не помню, как его звали, этого чувака. Помню, что Баралгин. Их все звали как таблетки. Баранор. Не может быть, чтобы в городе не осталось ни одного орка. Несколько осталось. Но сейчас мы охотимся за одним конкретным орком. За последним телохранителем вождя. Который что-то там... Спасибо вам, ребята. Вожди. Вожди очень могущественные орки, которых часто охраняют капитаны. Будет гораздо проще победить вождя, если сначала вы узнаете, кто его охраняет, а затем найдете и убьете этих охранников. А в меню армии показано, какие капитаны охраняют вождя. А удерживайтесь, чтобы перейти в армию. Угу. Хорошо, вот у нас вождь, 12 уровень, и его охраняет вон тот вот чувак. Вожди возглавляют армию орка в этой области. Выбрав вождя, вы сможете увидеть его телохранителей. Кримп-тюремщик, 10 уровень, жесть. Вам будет легче справиться с вождем, если вы сначала выследите и убьете его телохранителей. Помогите Баранору выследить и убить его телохранителя. Как бы я знаю, кто это такой. Думаю, мы охотимся на одного и того же орка, а путь к вождю лежит через... Ты говоришь так, будто у тебя в этом большой опыт. Достаточно большой. Тогда командуй. Я поздно замечаю комментарии. Вы комментарии... субтитры. И в этом вся проблема, не успеваю дочитать.
Пока враги вас не заметили, можно приказать вашему союзнику или призывному телохранителю устранить ближайшую цель. Прицельтесь во врага и нажмите вправо, чтобы приказать союзнику атаковать ему. Его. Давай. Зарезал. Молодец. Ты не бесполезен. Стоит сыт, смотрите. Иди он, займись этим. А я этим. Прикольно, командная игра. Ну, я дошел. Осмотреть подсказку. Бумага валяется. Надо сфокусироваться. О, это будут следы. Идите по следу телохранителя. Давайте правый, а мне левый. Синхрон. Да блин. Немножко я. Чё-то я пропустил. Ладно, пошли дальше. Скрытных убийств, выполненный Баронором. Он должен выполнить 5 убийств. Иди, он убей того. Пока тебя не видят. Эти еще возможность дам кого-нибудь убить. Иди сюда, вернись. Ты нужен нам. Готово. Развлекайся. Ха-ха. Да он зверь-машина. Всех убьет. А там плевать? Да, стоит себе. У него тут... Иди он того убей. А надо ли нам это? Слышь, тебя заметят? Не, не заметили. Нет, заметили. Займись им. Его даже не видят. Удобно. Его реально не видят. Блин, он просто впритык подходит, и его не видят. Сможешь его с лошади сбить? Ты серьезно? А, так это был уже телохранитель. Я тебе даже слабости как бы и не знаю. Ну ладно. Разберемся. Готов. Минус телохранитель. Все, побежали? Давайте, бегите. Блин, там легендарный апгрейд, оружие легендарное. Мне почти жаль вождя, на которого мы охотимся, и ему будет одиноко без телохранителей. Скоро он с ними воссоединится.
У них конопля растет. Задание выполнено. Скрытные убийства выполнены. Да, хорошо. Победить вождей. Спасибо тебе. Победить вождей. Вожди из Киритунгола ведут войско орков на Минас-Итиль. Без командиров в армии темного властелина воцарится хаос. Выманите и сразите вождей, выполняя задания по противоборству. А, открыта улучшенная навыка призыв сторонников. Солдаты из Минас-Итиля присланы вам в подмогу, чтобы помочь убить вождей. Нажмите вправо, чтобы призвать сторонника из Гондора. Спасибо. Дайте мне мой апгрейд. Вот. Что это такое? Гондорский меч? Легендарный? Или нет, он не легендарный, он получается высший. Да, высший должен быть. Он хуже. А, редкий даже. Их же продать можно, да, наверное. Белые никому не надо, от них не избавиться. А вот этот можно. Нет, стоят, вон, 103. Этот ничего не стоит, он, по-моему, начальный, да? Да, 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 это начальный. Вот этот можно продать, как мне его продать? Где кнопка продать? Вон, продать. Отлично, и это тоже можно продать, это белый хлам. А вот и денежки пошли. И с этими я пока ничего не... Хотя вот этот красивый. Меч владычества. Его за предзаказ дали. Завербовать орка уровня 15 или выше. Но вербовать я пока не умею. То есть можно еще вот два камня открыть. Убрать самоцвет. Улучшим. Отлично. Похищение здоровья этим оружием 4% дает. Это на оружие. Да, там было 2%, здесь 4% максимально. Это мне сейчас Диабло напоминает. Очень сильно. Ладно. Хорошо. Все отлично. Персонаж. А у нас есть одно очко навык. Я, в принципе, уже скоро второе получу, так что... Плевать, давайте пойдем на задание. Где у нас следующее задание? Туда. Ух ты, стоять. Удачно я его выцепил. Так, давайте о ком-нибудь узнаем. Вон, о вожде. Стоп, там еще кто-то наверху есть. Но до него мне еще неизвестно. Мне, видимо, вождей нужно убрать. Давай, получим сведения. Бубл человека лоб. 17 уровень, охренеть. Там какая-то муха была нарисована. Че я на них напал-то? У них же даже вроде золота нету. Не, ну реально. Нафиг, пойдемте дальше. Бросаем это дело. Так, мы идем в темные земли, в красные земли. Посмотрим вообще, куда нам идти. Может, назад вернуться? Где задание? Вот он, я иду. А вон задание. Да, мне придется пройти через эту... А может телепортироваться, быстрое перемещение и оттуда дойти. Но вот здесь вот есть еще сетевая вендетта. Кстати, я проверил, паренек, за которого я мстил в прошлый раз. Вот, его нет в списке друзей. Это просто тот, кто умер здесь, как бы. Просто какие-то игроки, которые играли и умерли на этой локации. Вот и все. Я-то думал, я там за каких-то там друзей буду мстить. А вот фиг там. Да плевать. О, не плевать, у него бабосики. Самоцвет. Все, пока, ребята. Я получил, что хотел.
Тым-тым-тым, я добежал. Все, меня потеряли. Че мы, пришли, куда? Это что, это... Ливень стрел, ну давайте начнем. Нам нужно убить, скорее всего, вождя, да, вернуться к Шелоп и узнать больше об опасностях, угрожающих Минас и Тилю. Давайте, пойдемте к Шелоп. Он как фонарик. Ты слишком доверяешь паучихе. Она показывает тебе только то, что хочет. Так скажи мне, что бы ты хотел увидеть? Минас и Тиль непобежденный. Ты, как всегда, бескорыстен. И больше ничего? И бабу говорит, в прошлый раз мы видели нечто тревожное, не правда ли? Я хочу знать, что со мной станет. Не успел. Будь осторожен в своих желаниях, следопыт. Видения приносят муки. Мы возьмем город на рассвете. Покорить своей судьбе. Я знаю, чего ты боишься, Талион. Пророчество Шелоп не высечено в камне. Шелоп, Шелоп, Шелоп. Король-чародей. Это и есть сила подчинения. Кольцо порабощает людские умы. Что мы можем сделать? Придется пойти на жертву. Многие погибнут. Но мы должны держаться своей цели. Какова бы ни была цена. Блин, мне трудно даже таким голосом читать, если честно. А менять его так тем более будет вообще напряжно. Можно спасти нескольких человек, если вождь из моего видения тот самый, за которым охотится отряд Баранора, им понадобится помощь. Один вождь едва ли что-то изменит. В данный момент он представляет самую непосредственную угрозу для Минас и Тиля. Я не стану сидеть сложа руки, пока Баранор и его воины рискуют жизнью. Идем к Баранору. Так, я получил, наверное, уже левелап. Нет, не получил. Там уж 2 очка куда-нибудь закинуть. Вы что, ребят, дружественные, да? Стоите здесь, что-то вход какой-то охраняете. Вот и Баранор. Баранор, я пришел помочь. Этого вождя так просто не одолеть. Нам не впервой бывать вожди следопыта. И лишний клинок мне не помешает. Тогда мы сразим его вместе. Сначала разберусь с лучниками. Когда путь будет свободен, начинайте атаку. Не, Баралгин не был черным, я в этом уверен. Даже слегка каким-то мулатом, а может быть и вовсе черным. И в Средиземье... Когда в Средиземье появились черные... Ладно, это же все-таки фэнтези, да? Фэнтези могут быть черные. Это же фэнтези. Хотя, если вспомнить Ведьмака, там нету черных. Это, наверное, все-таки правильная фэнтези. Так, первого мы... Что это? Монумент какой-то. Статуя. Статуя какому-то властелину черному. Саурону, наверное. Так, ладно, черный властелин Саурон, да. Надо убить скрытно 4. Второй. По-моему, тут больше лучников, чем нужно. Блин,
4. Не знаю, мне кажется, игрушка стала намного легче. Ага, так мне нужно 10 лучников убить, не поднимая тревогу. И только 4 надо было скрытно убить. Он упал, что ли, там? Он какой-то пьяный, по-моему. Реально, он пьяный. Шестой. Прекрасно. Седьмой. Он говорит, что это было. Блин, меня сейчас заметят. Там же кусты где-то были. Блин. Меня, по-моему, сейчас спалят. Не, он умер, все нормально. Тревогу главное не поднимать. Главное не поднимать тревогу. Я, по-моему, тут всех так могу убить вообще. Never underestimate men fighting to protect their home. This is not their home. Говорит, не стоит недооценивать людей, которые сражаются за родной дом. Он сказал, это не их дом. Это был 9-й и... Блин, ты чё так высоко-то, 10-й? Хорошо. У меня есть возможность. Я не хочу тратить стрелы просто. Надо найти выгодную позицию. Ну, пойдем ее искать. Так. В принципе, да, мы отсюда доберемся без проблем. Призвать. Угу. Чудный запах человечьего страха. Нет ничего слаще. Вместе мы сокрушим их оборону и сотрем их в порошок. Вместе мы, капитаны, под руководством вождя, одержим победу. Вместе мы возьмем город на рассвете. О, наш лучник. Поджигай их за Гондор. Теперь пора нанести удар. О, один уже слег, сгорел. Танк. Значит, это ты тот дурень, который убил моих телохранителей? Ты лишь отсрочил неизбежное. Сегодня я вдоволь напьюсь человечьей крови. И начну с твоей. Сейчас посмотрим, как ты сражаешься, если выколоть тебе глаза. Мне нечего сказать, по крайней мере, на словах. А новый враг — дикари.
дикари блокируют обычные любые... необычные лобовые атаки и всегда контратакуют. Оглушите их нажатием Б, прежде чем нападать, либо атакуйте со спины. Его бесят раны. Там кто-то горящий бегает, у них здесь праздник. Боится казни. Ой-ой-ой. Игра вообще стала непредсказуемо быстрой. Ловкач умер со спины. Со стрелой в спине. Воин умер. Ага, вот этот чувак блокирует. Блин. Кыш, кыш. Он оглушен. Нет. Ну что, ты умрешь? Нет, его бесят раны. Ага, берсерк слег. Уходи! Ё-моё, что-то у нас хп осталось-то вообще мало. А, убит. Там хп у нас на одну тычку осталось, и все. Прекрасно. Я бы сказал, мы в расчете. Славная охота, впрочем, не для вождя. И не для его лучников. Нужно будет поохотиться еще. С удовольствием. Ну что, Талион, много мы им пользы принесли? Нам не все ведомо. Нужно вернуться к Шеллоп. Единственной причиной возвращения может быть мое кольцо. Довольно. Речь не только о твоем кольце. И не о тебе. Ее пророчества могут спасти нас всех. Надо лут собрать. Ты куда пошел, чувак? Вернись, там столько лута. Не бросай его. Ну. Отлично. Ливень стрел выполнен. Еще 300 золотых серебряников сверху. Будь осторожен, Талион. Ты слишком легко и доверился. Я не могу игнорировать то, что она мне показала. Мы ж тут всех перебили. Раньше собирали руны, теперь собираем вещи. Шли бы вы отсюда, ребят. Тут только что всех убили. О, золото, он же золото. Ё-моё! Еще один пришел. Кыш, 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 нельзя так на людей нападать. Я серьезно. Скотина. Нет, я думал, он уже... Он выжил. А он не выжил. На тебе, на. Прикольно, мне нравится с ним драться. Давай, вырежем ему почку.
Ты когда умрешь-то, а? Все, умер. Отлично. Фух, раскидали всех, как нифиг делать. Ты кто такой? По-моему, они бесконечно будут идти. Мне, кстати, надо шмотки. Шмотки открыть, улучшение. О, все, выполнено. Капюшон прокачан. Зачем ты им бошки разрываешь? Объясни мне, пожалуйста. Так, мне нужно наверх. Извиняюсь. Что у нас? Блин, который раз выхожу в меню, чтобы посмотреть, какие вещи я нашел и навыки открыть. Так, а мы нашли кинжал, да, новенький, 6 уровня, да, это отлично. Слушайте, вообще офигенно. Так, вот это можно продать. 4 уровень, плюс 1 к урону. Ладно, возьмем. То есть начальное оружие нельзя продавать. Ну, это хлам, ребят. Хуже. Кстати, вот, можно уже улучшение купить. Но стал 11 уровня. Клево. И цвет изменился, да? Сейчас посмотрим. Так, это нужно продать. Цвет у него какой-то не такой. Ну-ка, изменится, нет? Да, изменился. Вот и апгрейд, пожалуйста, новый скин. Ты у нас что, убейте казнью цель сетевой вендетты уровень 20 не подходит. Можно открыть и, не знаю, камень какой-нибудь ставить. Правда, ничего я не могу. На экспу только. Давай ставим экспу, что 16% экспы, неплохо. На хп потом, сейчас главное вкачать уровень. А там уже можно и камни на урон и на повышение хп. У нас 3 очка навыка не потраченных, то есть... Вы набираете мощь при каждом... Нет, получение урона нам не надо, а вот за каждое убийство, после которого остаетесь незамеченным. Вот это вот хорошая вещь. Активное улучшение, то есть тут всего можно одно улучшение, да, купить? Да, получается так. Ливень стрел. Своевременные контратаки восполняют одну эльфийскую стрелу. Мощь при каждой контратаке. Вот это лучше купить потом. А что у нас тут? Ну, это можно пока не трогать. Да. Жуткое выполнить жуткое скрытное убийство, при виде которого враги бегут в ужасе и которое увеличивает вашу мощь и счетчик серии ударов. Это, конечно, прикольно, но оно же скрытное. То есть он будет шумным, чтобы врагов всех напугать. Так, что у нас тут? Вот, восполнение... Нет, истощение врага восполняет эльфийский выстрел. Доступно для покупки, но нам лучше вербовку открыть. Хотя можно и стрелы пока восстанавливать. Не знаю, надо приручение еще купить. Наездник на грауге. Вот это тоже надо купить, по-любому. Потому что если вдруг грауга найдем, то на нем будет круто ездить. Призыв ездового животного. Клево, мне нравится это. Стоп, что за песнь дракона? Вы можете призвать дракона? Вот, надо будет это потом открыть. А у этого что есть? Основные атаки драуга приносят больше мощи. Когда ваш грауг выполняет казнь, он восстанавливает больше здоровья. Вот это клево.
Наездник из тени. Вы можете мгновенно сесть верхом на сломленного Граука, Карагора или Дракона. Требуется навык наездник. Это нам нужен какой уровень? Да непонятно, наверное, 2 очка навыка. Ого, клево. Наездник на драконе. Блин, я чувствую, эта игра будет эпичная. Ладно, на сегодня хватит, ребят. Продолжим в следующий раз. Посмотрим. Не знаю даже, что у нас по заданиям, к чему нам готовиться. Врата предателя сделаны, ливень стрел сделано, нож во тьме сделано. Нам нужно сейчас к Шеллоп, да, вернуться? Не, вот ничья земля и видящий камень, да, скорее всего. Вы остановили обстрел Миносетиля, взяв под контроль вражеских осадных зверей и повернув их против полчища Саурона. Стоп. У нас сейчас разве это задание? Теперь доступно местонахождение артефакта. Врата предателя. Миносетиль на грани поражения. Шеллоп может помочь, но какой будет цена? Так вот, этим мы займемся уже завтра. Всем спасибо, ребята. Всем пока. До следующей серии.